В одном из поселков Брянской области обрушился частный дом. Часть здания ушла под землю на глубину 6-7 метров. По данным МЧС, в доме проживали две женщины. Одна из них находится под завалами. На месте происшествия работают спасатели. Причиной инцидента стало образование карстовых пустот в почве. Теперь выясняется, возникло ли это в результате деятельности человека или является исключительно природным явлением. Добавлю, в феврале 2017-го подобный провал произошел в 600 метрах от места ЧП.